Свято-Георгиевском храме Челябинска стартует новый творческий проект, ориентированный на детей с ОВЗ. Раз в неделю, по воскресеньям, в церковно-причтовом доме будут проводиться занятия пения и танцев. Проект стартовал по благословению настоятеля храма, протоиерея Владимира Воскресенского, при поддержке социального отдела Челябинской епархии. Идея принадлежит регенту церковного хора Елене Лазарь, которая уже 21 год несет свое служение при храме. Желающие могут присоединиться и приводить на занятия детей с ОВЗ. Занятия будут начинаться после божественной литургии, ориентировочно в 12:20-12:30.